Да я уже привык. Во тьме, между измерениями, как говорится, привык к тому, что... Блин, как бы это сказать, чтобы это было правильно понято, а? Понимаешь, вот надо так сказать, чтобы было правильно понято. Вот ведь задача какая. Блин, не знаю, короче. Просто вот. Не знаю... Нет, я знаю, что я делаю, но... Короче, слушай, действительно, я наблюдаю какой-то сдвиг литосферных плит, который происходит во всех областях, видимо, да? И у меня много всяких сенсоров. Я уже про это все говорил. Ну ладно, придется так вот повторяться, потому что иначе выхода нет. Сенсоры мои... Что за сенсоры? Блин, как они работают? Давай, хорошо, давай на этом сосредоточимся. Что за у меня за сенсоры? Ну, сенсоры присутствуют определенные. Присутствует мысль, да, присутствуют сенсоры. Поскольку, в принципе, не каждый человек так сильно сосредотачивается на своих сенсорах, допустим, да? Не каждый человек на них сосредотачивается. Я на них сосредотачиваюсь, я... Постоянно отслеживаю свои ощущения, предощущения, какие-то интуитивные вещи, какие-то сигналы. Я читаю номера встречных машин. Я мониторю всю реальность вокруг себя на предмет некого сигнала, понимаешь? Вот что я тебе могу сказать точно. То есть у меня локатор космической связи включен круглосуточно. Через сны. Но сны, вот, кстати, могу сказать, что я верю в их потенциал. Кроме всего прочего, я могу вам точно сказать, что я видел в своих снах будущее. Это, в принципе, это точно. Каким образом? Черт его знает, не знаю. Я думаю, что это с вероятностью 90%. Кроме всего прочего, кое-какие еще сигналы я через сон получал. Но, опять же, если брать в процентном соотношении, то подавляющее большинство моих снов – это, ну, просто, как говорится, побочный продукт сознания и все. Мотивы дня перемешанные, ну, как это обычно, калейдоскопчик такой. Поэтому ничего, что называется, ничего такого. Ну... Вот такие дела. То есть, при этом я стараюсь развивать свое мышление. В каком смысле? Ну, через самого себя. То, что оно у меня постоянно работает. Но то, что оно постоянно работает, это еще не факт, что оно развивается. Это тоже в некотором роде механическая работа мысли. Что все время что-то варится, а по существу ничего не меняется. Но, тем не менее, стараюсь я как-то решать чисто, да, интеллектуально какие-то вещи. Ну и, соответственно, это все поступает в мой локатор. Локатор совершенствуется. Что я могу в целом сказать об этом своем локаторе, то разочарован ли я в нем или нет, не знаю. Я не могу сказать, что что-то толковое я получил через этот локатор, но могу сказать точно, что я его не собираюсь в ближайшее время отключать. Мне как-то так лучше. Я хочу, по крайней мере, верить, что этот локатор может начать работать, что он может как бы стать продуктивным. Поскольку я особо других вариантов не вижу. Не знаю. Я бы хотел получить некий сигнал. Вот и все. Это может быть застарелый романтизм, ну, потому что, опять же, если читать учебники, если слушать ученых, которым я, собственно, и сам хочу стать ученым, но если слушать, то вот эволюция, все это все закрывает дорогу к получению какого-либо сигнала. Но
понимаешь, вот так вот сейчас тот период, когда мне нужно вот сейчас на годы вперед найти нужную установку. И очень не хочется, чтобы она была ошибочной.